Здравствуйте, дети! Сегодня нас ждут интересные познавательные игры и упражнения. Но сначала вспомним буквы, которые изучили. Прочитаем их. А, О, И, У. Это гласные звуки и буквы. И обозначает звук И, М обозначает звук М, Р обозначает звук Р. Это согласные звуки и буквы. Прочитаем слоги. А, У, Ам, Ум, Им, Ом. Слова. Рай, Рой, Май, Мой, Мир, Рим, Мама, Рама, Рома, Рима, Ум, Уйма, Ура. Сегодня к нам пришел известный шутник Петрушка. У него волшебный мешочек. Закроем глаза и по очереди будем вынимать то, что находится в мешочке. Определим первый звук в этих словах. Вот это погремушка. Первый звук П. Попугай. Первый звук П. Панама. Первый звук П. Паста. Первый звук П. Поросенок. Первый звук П. Палочки. Первый звук П. Портрет. Первый звук П. Произнесем звук П. Чем мы его произносим? Губами. Воздух встречает преграду. Значит, звук П какой? Согласный, потому что его нельзя тянуть. А теперь найдите и назовите в каждом из этих слов знакомые вам буквы. Погремушка. Знакомые буквы. О, Р, М, У, А. Попугай. Знакомые буквы. О, У, А, И. Панама. Знакомые буквы. А. Паста. Знакомые буквы. А. Поросенок. Знакомые буквы. О, Р. Палочки. Знакомые буквы. А, О, И. Портрет. Знакомые буквы. О, Р. А теперь выберите хлопками слова со звуком П из стихотворений, которые я вам прочитаю. Будьте внимательны. Услышьте звук П, хлопаем в ладоши. От плача наш Антип охрип. Но у него ни корь, ни грипп. И не болит молочный зуб. Не ест Антип молочный суп. Уточним в этих словах позицию звука П. Слово «плач». П стоит на первом месте, пишем в первую клеточку. Слово «антип» П стоит на последнем месте, пишем в последнюю клеточку. Слово «охрип» тоже П на последнем месте. «Грип» стоит в конце. Хорошо. А теперь определим позицию звука «п» в следующих словах. Павлин, паук, парус, пальто. В этих словах «п» стоит на первом месте. Теперь кепка, тапки, шапка. Здесь звук «п» звучит в середине. Трап, укроп, карп. «П» звучит в конце. А вот сейчас такое задание. Назову несколько слов, где «п» звучит, например, в начале. И в одном слове «п» звучит не в начале. Нужно определить это слово. Панама, палка, петух, пенал, серп. Какое слово отличается от позиции звука «п»? Правильно, серп. «П» стоит в конце, а в других словах – в начале слов. Сделаем схемы этих слов. Смотрите, паук, петух, «п» стоит
на первом месте. Она мягкая, в зеленом кружочке. Паук стоит на первом месте. Она твердая, в синем кружочке. Пенал стоит на первом месте. Она мягкая, в зеленом кружочке. Парус стоит на первом месте, в синем кружочке. Кепка стоит в середине, в синем кружочке, она твердая. Тапки стоит в середине, твердые, на синем кружочке. Укроп стоит в конце. Карп стоит в конце, в последней клеточке. Трап стоит в конце. Серп в конце слова. Пишем в синем кружочке, в последней клеточке. Что принес нам Петрушка-почтальон? Он принес письмо. Тогда отгадайте загадку. Впереди пятачок, сзади крючок, посередине спинка, а на ней щетинка. Отгадайте, узнаете, от кого это письмо. Отгадали? Правильно. Это поросенок. Вон он прыгает, радуется. Нам пришло от поросенка, которого зовут Пик. Какой первый звук его клички звучит? Звук П. Мягкий звук. Это братец твердого звука П. В каком домике будут жить у нас мягкие звуки? В зеленом. Какое еще слово вы услышали за звуком П? Письмо. Правильно. Здесь звук П тоже мягкий. А теперь проведем физкульт-минутку. Выполняем движения, которые произносятся в словах. Девочки и мальчики прыгают, как мячики, хлопают ручками, топают ножками, глазками моргают, после отдыхают. Все выходят по порядку, дружно делают зарядку. Раз, два, три, четыре, руки выше, ноги шире, влево. Право, поворот, наклон назад, наклон вперед. На носочки поднимайся, приседай и выпрямляйся. Ножки в стороны, ножки в кость, ножки в бести, ножки в рось. А теперь всем ровно встать. Руки медленно поднять, пальцы сжать, потом разжать, руки вниз и так стоять. Отдохнули все немножко и отправились в дорожку. Ребята, для вас игра, которая называется «Исправь ошибки». Петрушка перепутал слова в стихах. Помогите ему исправить. Все уселись мы на песенку. Как нужно было сказать? На лесенку. И поем мы дружно лесенку. Нет, не лесенку. А что мы поем? Песенку. Я нажимаю на медали. Нет, не на медали. А на что я нажимаю? На педали. Далеко идти мне лень, пень. Лучше сяду я на лень. А надо на пень сказать. Лечит от болезней пекарь. Хлеб печет умелый лекарь. Перепутали они? От болезней лечит лекарь. А хлеб печет умелый пекарь. Молодцы, хорошо исправили. А теперь, ребята, узнаем, какой же буквой обозначается звук «П». Правильно? Звук обозначается
буквой «П». И посмотрите, на что она похожа. Букву «П» в спортивном зале перекладиной назвали. Давайте поработаем вот в этой карточке. Находим рисунок «Птица». Первый звук «П». А теперь вот в этих строчках с буквами находим букву «П» и обводим ее. Посмотрите, нашли, обвели. Потом слоги. Тоже находим букву «П» и обводим. По, ма, пу, ип. Дальше мы не знаем с вами. Ро, ап, пи, уп. Слова. Пар, торт, порог. Гора, пора, парад. И в словах пароход находим букву «П». В начале шуруп, в конце компот, в середине. Посмотрите схемы к этим словам. Здесь они перепутаны. Значит, среднюю схему нужно к слову «пароход». Последнюю схему нужно к слову «шуруп». И первую схему к слову «компот» в конец. Поросенок Пик прислал письмо и фото. Вон, посмотрите, какой красивый. Давайте почитаем, что в письме. А в письме поросенок нам записал разные слоги и слова. Прочитаем слоги. Ап, па, ип, пи, оп, по, уп, пу. Прочитаем слова. Папа, пар, пир, пора, опора, пай, пой, пума, пур-пур. Это такая багряная краска. Прочитаем предложение. Папа, пума. Увидел мальчик пуму в зоопарке и говорит: папа, пума. Сколько слов в этом предложении? Два. Молодцы. А теперь игра «Измени слово». Игра с петрушкой. Итак, я называю слово, а вы должны впереди подставить букву «П» и назвать другое слово, которое получится. Например, я говорю «ушки», вы подставляете впереди «П» и получается «пушки». Итак, внимание. Олечка, Полечка, Аллочка, Палочка, Оля, Поле, Олюшка, Полюшка, Рост, Прост, Ластик, Пластик, Лоток, Платок, Лавка, Плавка, когда, например, плавит руду. Ложка, Плошка, посуда такая. Очки, Почки. Вот такая игра. А теперь поработаем в карточках. Посмотрите, нарисован пеликан. Звук «П» мягкий, да? Обведем букву «П» по точкам. Молодцы. А теперь в середине строчка тоже нужно будет написать букву «П». Теперь в словах впереди стоит букву «П». Она обозначена точками, ее нужно обвести. И посмотрите, поезд везет букву «П». В каждом вагоне мы ее обведем. Вторая карточка тоже поможет нам научиться писать букву «П». Обводим ее. А еще нам предлагают повторить написание буквы «Р». Обведите ее. И посмотрите, кто поймает рака, а кто поймает рыбу. Рома или Андрей? Распутайте их лески от удочек. Я поздравляю вас, дети, с новыми достижениями.
Сегодня вы не только узнали согласные звуки «п» и «пи», но и почитали письмо от поросенка Пита. Там были слоги, слова и даже предложения. А сейчас на память мы с вами сделаем поделку «попугай». Вырезаем зеленый или красный силуэт попугая, желтый клюв, глаз из белого и черного кружочков, хвост и крылья из полосок цветной бумаги. И получится у нас вот такой красивый попугай. Молодцы! Поаплодируйте себе за хорошую работу. До новых встреч!